Калужской области детеныш аиста пострадал после падения из гнезда. Об этом сообщил известный в регионе орнитолог Юрий Голченков. По словам специалиста, птенца выбросили из гнезда родители. Он еще не был приспособлен летать, из-за чего получил перелом лапки. Прохожие вовремя заметили пострадавшую птицу, не дав ей пострадать от дворовых котов или собак. В итоге ветеринары зафиксировали травмированную конечность птенца. Ему дали обезболивающие, которые вернули пострадавшему аппетит и активность. Оказавшие помощь врачи дали аисту кличку Лель.